От 3 до 5 адресов в день в течение последних 2 недель посещают одинцовские волонтеры, а их в округе не менее 200. Говорят, с каждым днем запрос на помощь от нуждающихся жителей муниципалитета растет. Пропорционально ему увеличивается и число добровольцев. К нам подходят, спрашивают, кто мы, что мы, хотят присоединиться. Также очень много ребят начинает присоединяться к нам, видя все это, видя, как те люди, к которым мы приходим, расцветают. Почти за неделю волонтеры доставили больше 160 продуктовых наборов тем, кто вынужден находиться в самоизоляции. Чаще всего это люди преклонного возраста, а потребности их не ограничиваются только продуктами. Переговариваем, что кому нужно, записываем. Вот у меня все записано, как мы приходим, какие лекарства, какие эти. И сами стараемся вот вместе со штабом, вместе с нашим коллективом, вместе с командой решать эти постепенно вопросы. Волонтеры, общественники и представители администрации Одинцовского округа собрались в штабе «Единой России», чтобы скоординировать свои дальнейшие действия. Пообщаться с добровольцами приехал и глава муниципалитета Андрей Иванов. Многим нужна как раз не продуктовая корзина, а психологическая разгрузка, психологическая помощь. Тогда мы будем группировать наших медиков на такую работу, в том числе, которые уже не работают в учреждениях, а на пенсии, но являются профессиональными врачами. Андрей Иванов подчеркнул, что готов оказать любую поддержку волонтерам, а те, в свою очередь, планируют работать еще активнее. Сейчас добровольцы и представители соцзащиты обзванивают пенсионеров и многодетные семьи для того, чтобы понять, какая именно помощь им необходима. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».